Привет-привет, это канал Котики на Котики, и сегодня мы будем снимать какую-то распаковку. Не распаковку, а подарки для Кирочки. Какие? Классные, смотри. Что это? Так, так. Начнем с первого. Вот. Вот такая вот книжечка. Что там написано? Тренажер. Читаем короткие. Ну, громче. Короткие слова. Теперь вот этот, вот второй выпуск. Что там написано? Тренажер. Читаем длинные слова. Вот, видишь, короткий, длинный. Теперь третий тренажер. Читаем. Ну. Тренажер, читаем предложение. Круто, да? Нет. И последний тренажер. Ну? Что написано? Тренажер, читаем стихи. Я смотрю, ты рада. Нет. И вот тебе еще вишенка на торте. Что там написано? Первый класс. Летние задания. Молодец, папа. А самолетные объяснительные? Подожди, вот тебе еще она сладенькая. Летние задания чего? Понимаете? Да, представляешь? Вот же классно, скажи. А самолетик где мой? Самолетик твой? Обещанный. В полете. Ну ты рада? Нет. Ну и тогда на закусочку вот тебе подарочек. Ну, читай, что там написано. Где читать? Вот там, что написано. Малина, мята, мята. Малина, мята. А ты издеваешься? Нет, почему это я издеваюсь? Я мяту не люблю. А ты попробуй, она с кислородом. Ну все, говори всем пока-пока. Синежская. Махай пока-пока свое. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Что возмущаешься? У меня снеговики недочитанные. Еще мне нужно дочитать книжки, которые у меня недочитаны, а у меня их много. Еще мне нужно прочитать... Английский. Книги, ну, английский. Еще мне нужно прочитать книги летние из школы. Еще вот это прочитать надо и поделать уроки школьные. Так никаких каникул не хватит. Да. И что делать теперь? Отменять вот это. Как это? Надо. Дополнительное? Нет. Это вместо гуляний, вместо твоего лазания в смартфонах, твоего лазания в твоих этих самых любимых планшетах, в ТикТоках. Не плачь. Не могу не плакать, ты меня нагрузил лишь бы чем. Нет. Да. Нужным, только нужным. Только нужным. Чем? Математикой, которой у меня все хорошо получается. Чтением. Чтением, которым у меня куча. Письмом. Письмом, которым у меня куча. Да. Ты издеваешься? Нет.